Умница, 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 все хорошо. Вот, четко, четко. А ну, сейчас посмотрим. Не, сядь, не сядь. Да. Вот мяч. Нервничать задал, хорошо? Сейчас перед вами будет самый серьезный асхаб. На его лице улыбку я с первого тура вообще не вижу. Вот, улыбнулся. Ты сказал дубль, ты сделал дубль. Это ты натурчился. Прикинь домой. Может, зубы получится увеличить, нет? Давай с Ироной зарубимся. Здесь. Все, желтый зуб получай, отцов. Если здесь сложится, знаешь, какой кайф? Я тут вчера стюр там был, сегодня уже комментарий. Кучерявую голову можно узнать из тысячи голов Махачкалы. Зинченко, дагестанский Зинченко. Ассалам алейкум. Всем ассалам алейкум, ЛФЛ Турбо 4. Ну не факт, там же Гунип играет, Гунип. Они обещали плов, я специально с ложкой пришел, чтобы сразу дать жару. Они же, надеюсь, там все в теме, да, все в теме. Я знаешь, сколько не хавал? Вчера на свадьбе не поел, позавчера на мавлиде не поел. 3 дня не хавал вообще, просто чтобы это гунипский плов. Там такая суета, кто сейчас за плов будет здесь качать? Такая суета там, отцов. Там мне сейчас, я скажу, плов, они скажут, ты хуй, дурак, что ли, мы здесь поигрываем? А ну. Юсуба, спросим, Юсуба, в теме. А ну. Салам алейкум. Что такое? 2-2-2. Жищайте! Ассалам алейкум, Юсу. Плов где? Плов где, отцов? Я с ложкой пришел. 3 дня, я 3 дня не кушал. Как нету? Как нету? 3 дня я не ел. Что теперь делать мне? Рис, говорит, в городе рис закончился. Астахурла, в городе рис закончился. Кизляр один звонок надо было сделать. Кизляр. 5 секунд привезли бы. Кизляр один звонок. Я чисто могу, знаешь, честно говоря, сам тоже не нашел рис в магазине. А ну? Я дам тебе 1000 рублей. У отцов. Все, я забыл, брат. Рис, казан, там морковку, морковку не забыл. Не, за рубль я все забыл. Морковку умеешь выбирать? Все четко. Да, я все четко. За бабки я все умею. Где он? Покажи. Шамиль, салам алейкум. Я с ложкой пришел, утречал. Оттуда ломился, думал, плов, арибери. Я 3 дня не кушал, Шамиль, Я что, на свадьбе даже не поел? Юсуп мне 1000 рублей дал, Юсуп 1000 рублей дал, говорит, плова нету, говорит, как-то это урегулировать. Я тебе на карту перейду. Все, 1000 рублей тоже можно перевести. Что-то хотел сказать тебе. А так будет вообще плов, чтобы я настроился? Да, будет, настроился. Все, смотри, я с двумя ложками приду, с двумя. Для тебя один на казан можно. Все, смотри, Шамиль. Я зацепил эти слова, зацепил. Нормальная рубка будет. Баху сада гунип. Чисто 2 футболки и MVP урвали у меня. Сейчас думаю, 3-ю походу гунип. Ну, если они проиграют, какая 3-я футболка? Так что баху сада придется отдать. Пойдем, я там помассаживать должен человеку, помассажу. Я же спортлидером, массажистом устроил на халяву, прикинь. Не знаю, что у меня от этого, но посмотрим, помассажу сейчас я ему. Салам алейкум. Общее положение, хал, пульс, сердцебиение. Машалла, ты заряжен, Юрий, сегодня? На хитрик или покер? Сегодня? Да. Дубль? Все, понял. Скромный пацан, скромный, прикинь, дубль, говорит. Вот он мой человек. Вацок, а ну ложись, как я и обещал. Каждый тур, брат, массаж, железка. Ты же знаешь, ногу вот так поставь на пол спокойно, да. 9? Все. Я думаю, лучше в атаку, вон он идет, лучше в атаку поставить его, брат. Левого защитника некому ставить. Усача поставьте, да. А? Меня поставьте в атаке. На кого? Ты вообще асхаб футбол играл, да, вообще? На PlayStation играл. Давай его заявим после 8-го тура. После 8-го тура. Понял? Да, я просто чтобы стоял там. Охранял. Не, серьезно? А? Ты играл вообще в футбол? Поехал. Кто? Просто я думаю, Шахбана больше пользы впереди будет. Как ты думаешь там? Кто? Шахбана больше пользы где будет? Где Шахбан? Вон, только зашел. Как ты не знаешь его?
Ты эти перчатки не с Питера забрал случайно, не у Дзюбы? Точно? Ты смотри, Дзюба, у Дзюбы эти перчатки не носился. Дзюба эти перчатки не носился. Шали ты кинул штанга! Какую тему? Ты не снимал? Ты вообще не снимал? Шали, ты просто пойдем давай, не снимал, говорит, прикинь. Давай, Данис. А ну, Дауд, сделай красиво, Дауд. А ну, что-нибудь, ну давай, да я хочу такой курьезный матч. Дауд, а ну, цап. Блин, Дауд, Дауд, блин. Дауд, Дауд, блин. Я же хотел такой что-то, суету. Ахмад придет до сегодня? А? Он в натуре мне сказал, настигнет, жестко настигнет. Я еще футболку забыл ему взять, прикинь. Я нервничаю уже. Ахмад, не обижайся, пожалуйста. Дядя Ахмад, даже скажу. По отчеству как он? Магомедович? Ахмад Мухаммадович. Пожалуйста, не отстегай меня. Умница, умница, умница! Все хорошо! Быстрее, быстрее! Все. Хорош! Обломали. Сами. Ханчи, гига вот все, гига. Машина, брат. Короче, я как решил сделать? Плова нету, футболки тоже нету. Когда будет плов, тогда будет и футболка. Ты выйдешь на первом месте сейчас, да? Каково это на первом месте? Там тут, думаете, закончится? Да? А, уже привычно стал на первом, да? Машалла, это ага. Ну, до души все равно закорнели. Гунип это так, ну, в душе у него. Кому сделать массаж? Вот ему садись, вот сок. Я, брат, массаж сделать 5 секунд, вот сок. На что делаешь ты? На все, да? На что по кайфу, брат? Не, на все не говори, что ты, брат. Мои подкалывают тебя, что ли? Тихо, да, сейчас. На все где делают. Он сам сказал, на все делают. Ислам тоже надо, по-моему, Ислам. Да нет, все. Четко, четко. А ну, сейчас посмотрим. Не, сядь, ты не сядь. Я честно, машал нормально, салам алейкум для начала. Че, брат, сам как, ахе? Визору пока не убили. Не убили? Честно, у тебя нормальные вещи идут, машал. У меня? Да. Вещи? Я, брат, когда не работаю, тоже идут. Я рекламу сделаю, да, брат. Чего тебе рекламу сделать? Рубка, прикинь, да, рубка. Я рекламу сделаю, да, брат, смотри, жесть. У Шамы же оригинальные, нет? У меня, у тебя что? У меня, брат. У тебя, по-моему, Дербента, нет? У меня, брат, скизляра, скизляра. Скизляра? Да, такой же лист, как у вас. Скизляра, вот такой же металл. Скизляра, хорошая вещь. Да, да, скажи, скизляра. За 1500-2 килограмма курток есть. Серьезно? Шалеть, у вас батон. Лучше бы рис был бы за 1500-2 килограмма. Плохо бахали бы. Амоновский? Да. Вот только договариваюсь, пока не получилось еще, да. Ты его не знаешь, этого старика? Его? О, нет, вот его, вон нет, который. Вау, брат, он же легенда. Он, знаешь, что пихает, табак пихает. Табак пихает? Серьезно? Табак легально пихать, да? Не знаю, поинтересуйся. Камеру бегусь. Это не на камеру, не на камеру. Все, все, все. Все, брат, счастья тебе, торговля. Давай, давай, прощаться нету. Не берите у него вообще ничего. Вообще ничего не берите у него, вообще ничего не берите у него. Вау. Все. Деловой разговор. А деловой? Табак на футболку? Форму нужно было. Форму нужно заказать. А, брат, какие проблемы ты? Да. Вот мяч. Ой, блин. Да, да, да. Да, да. Послышишь, как они радуются?
Ты как говоришь, человек абуна, габуна, да? Ты сказал, сделал. Ты сказал дубль, ты сделал дубль. Это ты натур, человек, все. В следующий раз скажи, о чем еще там, 3-4, сможешь, получится сказать? В следующий раз, с кем мы играем, с Дарго? Да. Там, что можешь сказать примерно? В прошлый раз я им один забил. Да, это раз надо чуть-чуть палку надо повышать, там, 1, 2, 3, 4. Нет, 2 точно не могу сказать. Да? Ну, один хоть забей. Все. Рамазан, гига, я тебе говорю. Машина, все, сказал, сделал. Салам алейкум. Общее положение. Заряд, настрой. Это хорошо. У вас тут хуже всех кто бьет? Хуже всех. Хуже всех? Да. Их сегодня нет. Не, не нужен, который хуже всех. Вот из всех, кто есть, хуже всех кто бьет, не нужен. Здесь таких нет. Все стараются. Ну все стараются. Ну кто хуже всех старается? Просто там... все старались бы, они с нами не были. Да? Да. Мне просто очень принципиально, вот очень принципиально. А сюда. Иди сюда. Вон вот. Ближе. Ближе всех к нам. Да? Да. Все. Ассаламу алейкум. Ассалам. Короче, диван урвал я, диван урвал. Сейчас что хочу? Сейчас хочу узнать. Поездку в Уренгой не хочешь? Нет, в Уренгой, брат, я по почте обратно, в футболке отправляю, а так нет. Я хочу, знаешь, что, 5 звезд, хочу парную, там, Ари Бели, красиво, короче. Все, давай, зарубиться. Давай. Ты знаешь правила игры? Правила игры, знаешь? Кто перекладывает? Если ты побеждаешь, ты футболку получаешь. Если побеждаю я иду парную. Все. Когда 5 звезд парится, все, вместе с вами приходишь, да? Все. Не, мы хотим, знаешь, отдельно хотим. Вот я, ЛФЛ, короче. Да, такая ЛФЛ. Ты готов вот сейчас зарубиться, готов? Давай. Вот сейчас прям. А ну, один мячик нам, вон там мяч организуем. Да вот есть мяч. Вай, у меня чуть сердце не ёкнуло, прикинь, да. Значит, отдых. А ну, давай, бисмилля. Футболка и парная. Я думаю, что он ставит. Прикинь, да мой... Прикинь, чуть-чуть. Я еще не проиграл. Вот, видишь? Это на следующий MVP, да? Нет, вот в этом туре MVP. Серьезно, в этом? Машалла. Я тебя чисто выручаю, чтобы ты подарил это. Да? Лично ты что подарил. Я вручу жвачок. Это Будун Исламия. Он подарил. Да? Если ты будешь MVP, пожалуйста, тебе дадут. Прикинь. Тима. А ну. Нет! Смотри, я сейчас буду бить. Это на самом деле, чтобы лично ты подарил. Я, брат, лично я подарю. Да. Отбудули с нами, давай. Будем с нами. Сава, брат, на вашей победе. Давай. Давай, хе. Давай, я исполняю. Дай мяч, дай, последний раз ударю. Вторая попытка моя. Он же сейчас не смотрит, но ты видео покажи, если что. Где он? Мацок. Вообще не пошло, прикинь, давай. Сейчас бьет, вот он, короче. Чистая жесть. Мастер-класс хочешь показать? Брат мой, тебе камеру лучше получается держать. Подержи, пожалуйста, камеру, хорошо? Не, еще ты два раза. Это наш мяч. Все, понял. Все, понял, а ну. Почти. Короче, парную мы сегодня не идем. Все, парную мы сегодня не идем. Может, зубы получится вылечить, нет? Давай с Ироной зарубимся. Давай, поднажать, чуту. Сейчас один момент пойдет такой, блин, ашалет. Короче, очень жесткий матч, очень напряженный матч. Четвертый пенальти подойти можно Наполе. Четвертый, у меня шок, клянусь. Я же за Наполе вообще жестко топлю, особенно вот за этого вот персонажа. Сними вот этого персонажа, вот. Вот он, я тебе говорю, просто чувак вообще, здраво. И ашалеть, просто напряжение снимать. Просто, блядь, просто давят, не залетает. Братан тоже тащит вообще, блядь. Здесь я, замена, сюда. Все, понял, я Нальман. Здесь я, дай Нальман, здесь, говорю, здесь. Сюда, ты тоже сюда. Все, желтую не получай, отцов, желтую мы получим. Все, вышел, красиво. Все. Что Москва, тебе центр начал, центр. Отцов, просто так, зураб, ну просто так, желтую. Чуть-чуть не хватает Зурова. Сейчас будет гол, иншалла. Сейчас будет гол. Ты не нервничай, Зурав, хорошо? Ты очень на нервах. Команда жестко на нервах. Хорошо. Ну, не могут забить, не могут никто. И. Хорошо. Пошли. Давай. От партизана тоже в шоке, честно говоря. Три тура не могут выиграть. Я вообще говорю, что Наполи там. В одну калитку. Ну, по сути, получается, Наполе рубится, но, блин, партизан, а тут бойцы. Знаешь, они мне кого напоминают? Атлетико Мадрид напоминают. Реально Атлетико Мадрид. Что за такой матч? Это, знаешь, команда уже готова, кажется, на ничью, но этот Наполе, блядь. Главное, чтобы Наполе сейчас, чтобы не перегорело.
Главное, чтобы не перегорел он. Просто жесточайший матч, жесточайший просто. Даник, машина, машина, хорошая, хорошая, четко все. Молодцы, 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 бля. Я думал, что он дохнул. Даник, сколько у тебя голов вообще, ОФЛ? Не знаю. Не знаешь? А ты знаешь, что у тебя почти... Около 90, наверное. Да? Ты знаешь, что ты почти к сотке приближаешься? Сколько ты легенды будешь у кого? Сотка — это уже легенда, мне кажется, нет? Не знаю, главное чемпионом, наверное, стать. Да, главное чемпионом. Отцов в моей форме, кроме чемпионства, здесь нечего рассматривать, понимаешь, Даник? Все, машина вообще, я тебе машину. Ребята, сейчас перед вами будет самый серьезный асхаб во всех выпусках FL Турбо. Я его называю Асхаб Серьезка. Перед нами центральный матч этого тура. Порт Петровск The Eagles. Будет очень и очень жарко. Очень и жарко. Немного статистики. Далее. У The Eagles 3 победы в 3 матчах. Порт Петровск хорошая команда. Да. Матч обещает быть очень жарким, горячим. Вряд ли будет много голов, потому что обе команды очень стойкие, и голов таковых много никогда не пропускали. Так что мы увидим равную жесткую борьбу. Напряженный матч. Я еще серьезнее стал в этом матче. Я уже не знаю, вот грань серьезности где моя, уже не знаю. Пока что 2-0 The Eagles ведет. Так сказать, в игре The Eagles Порт Петровск мы, знаете, что увидим? Мы видим игру двух поколений. Двух поколений, я имею в виду молодость против... Короче, быстрота игры, шустрость против опыта. Вот так и описать словами, да. Ну, опыт тоже решает роль, но они устают, они не успевают. Ну, видимо... Молодость берет свое, и старость дает о себе знать. Такой вот момент. Сейчас мы продолжаем свою наисерьезнейшую рубрику, так что мы идем к наисерьезнейшему человеку. Давай! Наисерьезнейший человек. На его лице улыбку я с первого тура вообще не вижу. Вот, улыбнулся. Получилось. Ты зафиксировал этот момент? Все. Как тебе игра? Жестко? Хорошая игра. Хорошая игра, скажи. Фотки хорошие? Нормально, как всегда. Не знаешь, что я могу сказать, что у тебя фотки, знаешь, почему плохие? Плохие? Да. Почему? Сказать? Потому что вот сейчас меня с ним фотки нету там. Теперь будет хорошие? Да, вот теперь будут у тебя самые лучшие фотографии с фотками. Ну. А ты моргнул, я тебя поймал момент. Да? С закрытыми глазами. Серьезно? Вот теперь у тебя самые лучшие фотографии. Может, я даже с закрытыми глазами просто такая. Хорошо, я фотошопом открою. Все. А, вот же он, комментатор. Саламу алейкум. Уважаемый мой брат. Тоже один из самых серьезнейших людей этой лиги. Как тебе игра? Нормально, раздевают Порт Петровск. Порт Петровск раздевают? Да, их уже. Как-то больше борьбы ожидал. Я тоже, честно говоря. Но опыт не справляется против молодых. Скажи. Время молодых настало, так сказать. Собрал хорошую команду. Да. Хабиб. Хабиб, да. Этот... Я не выспался. Ты не выспался? Пробуди меня чуть-чуть, да. Я знаешь, во сколько лег? В 2. А проснулся в 6. От этого не зависит, поверь мне. Поверь мне, зависит. Если в 10 сложится, знаешь, какой кайф? Кефтеме просто. Кефтеме, бля. А так, перспективу на игру, как вообще не то, что на игру, вообще в целом на команду The Eagles. По ходу чемпионата имеешь? По ходу, да. Не то, что чемпионата, по ходу... Короче... Перспективу на лет 10 вперед. Что скажешь? На лет 10 вперед, я не да, знаю. Не я знаешь. Буду рад, если эта лига будет существовать еще лет 10, а не команда The Eagles. Ну, 100% претендента на чемпионство. Да? Однозначно. О, третий гол. И... Да, нет. Да, не... А ты за кого болеешь? Я? Да. За Наполи. За Наполи? Конечно. Все сердцем и душой за Наполи. А просто спроси в Наполи, в чьей кипе катают. А ты с детства за Наполи? Не здесь, а за Наполи. Наполи в чьей в кипе? В моей вот кипе. Твоей. Вот и все. А это уже плюс 99% к тому, что я за эту команду топлю жестко. Это 99% пути к успеху. Скажи? Да. Наполи же не просто так чемпионом стали в прошлом сезоне. Ну, они просто... взяли форму и все. А они зажали. В прошлом сезоне взяли еще форму у тебя? Да. Они, вот они в новом сезоне вышли в новой форме. Чисто ради этой игры сюда. Чисто ради игры? У меня, да, две последние игры.
как-то здесь бой ожидал, но что-то его нету. Что зря приехал, сказал, лучше поспал бы, ты же не выспался. Да. Жизнь боль, папа жизнь боль. Папа такого мегаполиса. Честно говоря, комментировать хочу сильно, что делать, не знаю. Думаю, начать со второй лиги, следующую субботу или воскресенье играет. Буду комментировать. Надо, если у тебя есть желание. Да? Желание бешено имею, честно говоря. Так что я думаю, у меня получится. Что за ты лев, брат? Я тигр, брат. А они, кстати, ты сказал лев? Что, отметьте, братуха, я не просто лев на словах, брат. Лиси. Я в жизни тоже лев. Хорош. Да. Нормально. Ты на сколько игры дисквалифицировали? 4. Шалет, 4 игры это было. Это месяц, 2 месяца, прикинь. Ну это получается сейчас. Это сейчас, грубо, но если там поговорить. После половины матчей там ходатайство можно писать. А, после двух, да? Ну это если рассмотрят. Как бы на их усмотрение. Я надеюсь, что ты будешь играть, брат. Без тебя хас не то, брат. Хас без тебя это. Они мне дисквалификацию убирают, так как я за 7 лет ни разу в этой лиге не удалялся и ни одного выгора, ни одного штрафа, ничего не было. Честно говоря, да. Какое-то смягчение должно было быть. Да, ну 4 это мне кажется. Если хотя бы предупредили бы, сказали, вот мы тебе там 2 даем, если повторится, там еще 5 добавим. Да. Ну, некоторым какие-то смягчения дают, которые каждый год удаляется как минимум, а я за 7 лет впервые удалился. Согласен. Ну, им виднее. Я поговорю. С кем надо поговорить? Вот с Хамидовым Мурадом. Хамидовым Мурадом? Тип, Хамидов Мурад, бля. Ты что? Что, на них обид тоже не держу, это ихняя работа, ихнее дело. Раз так посчитали, ну... Это ихний хлеб, брат. Как, ты как после этого вообще кушаешь утром, скажи да мне? А? Ты как вообще утром... Я единственное, что могу сделать, это единственное, оспорить момент, и все, мне другого выхода нет. Надо оспаривать. Знаешь, где поиграем? На ближней. На ближней. Просто я тебе... Вот мы поиграем в футбол, бейбеги. Там, накрывай. Здорово. 80% команд бейбеги в футбол. И выиграем все. Из этого я понимаю, я вижу... Хасовский такой мяча, знаешь, в частности у Хасова, забивают Хасу, так надо просто сейчас не достать. Один лайфхак для всех игр ОФЛ, я скажу, как не получить штраф, даже если ты вообще не в форме, даже если ты в рубашке играешь, даже если ты вообще на игру не придешь, штрафа не будет, знаете как, надо, чтобы это совпало с игрой с Легионом, потому что Амирхан полностью погружен в игру. Ему без разницы, что происходит там. Да, так что такой вот момент. Так что если там надо сделать так, чтобы ваша игра совпадала с Легионом. Амирхан, значит штрафом что будешь делать, а там штраф? А? Он полностью погружен в игру. Вот видите, он даже не слышит, так что можно делать абсолютно что по кайфу. На самом деле, честно говоря, эта игра реально заслуживает того, чтобы вообще полностью отличие от ЛФЛ. Теперь я понимаю, Мирхана. Да, кстати, у них рубка за первое место, так что это очень принципиальный матч, очень. Так что я говорю, а Мирхана может полностью понять. Серьезный Асхаб продолжается, мы подойдем. Урба назад! Его, наверное, Крюкуха парень чемпион может назад. Где бы он играл, всегда команда становится чемпионом. Сейчас я к нему подойду. Салам алейкум. Брат, ВКГАЗ не хочешь перейти? А? ВКГАЗ не хочешь перейти? Да, за игру тоже устроил. Да? Просто знаешь что, где бы ты ни играл, всегда команда чемпионом становится. Иншаллах, в этом сегодня тоже станет. Да? Просто все к этому пока идет из-за этого. Можно пока не отвлекать, играй. Все. Просто я думал, ты здесь сел, оказывается, ты даже сел. Что... Можно, вот, ты что, Тимуков, легенда. Ты красный получил? Нет, да, меня сняли с игры. Сняли почему? Порчу игру. Порчу игру? Кто тебе так сказал? Пообщаться с одним, да? Вот с этим? Да. Вот с ним пообщаться? Да. Сейчас разберусь. Сейчас, да. И пошли. Как он дал, не? Сказка, не? Как же с нами себя MVP заберет сегодня? Он сколько забил? 3. 3 забил? Да. Ну, игра еще не закончилась. Имеется в виду, я говорю, тур. Центральный матч. Ну. Можно хитрик. И! Жестко.
Клетка. Каким 5-0 матч закончили? Давай, братуха. Все, супер. Ассаламу алейкум. Поздравляю вас с победой. Идете на первом месте. Да. Каково это? Каково это? Каково вас? Ты уже, наверное, уже там уже чемпионство видишь, нет? Чемпионство еще не видишь? Такими вещами мы не занимаемся. Машалла, машалла. Мы будем чемпионом только когда в конце Всевышний нам позволит и все. А это пока есть обстоятельства такое, что мы на первом месте. Это за счет команды. Спасибо команде, что ребята выкладываются полностью, да, от матча к матчу. Маша, ну видно, видно, командная игра. С каждым туром все лучше и лучше у вас. Что делать? Все хорошо. Вам удачи. Ракам. Чарада. Чарада — это немного чароде. Я сам родом из Чарады, из села Дусрах. Так что всем сердцем и душой я, конечно, всегда болею за Чараду. Не всем сердцем и душой, просто болею за Чараду, потому что сам чародинец. Родные корни не позволяют просто не болеть. А, я же серьезку, я забыл. Тысячу извинений, ребята, тысячу извинений. Я же в данный момент рубрика идет «Асхаб серьезный», так что прошу прощения, да. Сейчас у нас будет играть Чарада Майкор. Не, да, я устал уже серьезно быть, устал от Сочи. Уже одним матч серьезно было, не хватает? Хватает, ну что тогда, вот сок. Чарада Майкор, чисто, харш, сейчас будет, вот, харш. Будет заряженный, будет махач, махач, а ну сюда идем. Ты, о, черненький ты родили, что ли, отцок? Как так? А? Мы с тобой контакт разорвали. Астахро, брат, таубу делай, да. Ты сейчас меня вот сюда, вот ты ранил меня вот здесь, ранил. А что это? Тут-то, брат, сердце под этим. Сердце не буду показать тебе, ахер. Смотри, такой вопрос жесткий. Я тоже хочу быть, вот ты вчера стюардом был, сегодня уже комментатор. Как так? А я тоже хочу подняться. Я думаю, брат, надо столько же лет проработать в этой лиге. Сколько для начала. Ты? Все, понял. Все, около 6 лет, я думаю, по-моему, вот здесь работаю. Люди в тюрьме столько не сидят, брат. Я все, я сдаюсь. Все, брат. Я сдаюсь. У тебя есть еще шанс? 6 лет, это для меня долго, брат. 6 лет долго. За 6 лет, знаешь, что можно сделать? Ничего, брат. Да, так что. Хотя лучше быть комментатором, чем ничего. Да. Разминается заряженный, жестко заряженный Майкор, жестко, просто на эту девятку, посмотрите на эту девятку, он вообще, я не знаю, это Зинченко, дагестанский Зинченко, я не знаю, что, давай-то серьезно идем пообщаемся с ним, отцок, стопы, стопы, отцок, стопы, 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 давай. Позавчера в Уфе, вчера в Ман-Сити, сегодня Майкор как попал, а? Не знаю, что сказать. В Украине не все нормально? Там, да? Все, тяжко все, да? Те же моменты есть. Ну, как перспектива, какой карьерный рост? Уфа, Сити, Майкор, брат. Ты растешь, пацок, растешь? Это да. Да-да-да-да. Машина, пацок, машина, тебе удачи. Один галечник, девятку. Все, и как забьешь, мне посвяти, пацок. Ты два в одном как совмещаешь, скажи да мне. А? Какую гениальную передачу только что отдал ты. А сейчас уже вот начинаешь за майкоровским будешь. Ну показываю молодым, да. Показываешь как. Ты до матча зовешь, чтобы они выиграли, смотрели твою игру, они приходят после твоей игры. Не, они-то в прямом эфире. Да? Правильно, правильно, ладно, смотри. Я с ним два года жил в одной команде, мы были в одном номере. Что он с этими там вытворял, я не буду говорить. Да? Пасами, обводкой там. Ашали. Ашали. А что я не при делах вообще? Дело прошлого. Да? Ты же видишь, ты я наверное, тогда еще не родился, мне кажется, не? Вот ты вот что? Его знаешь. Кого? Вот парень. Вот легенда, брат. Легенда, конечно, легенда. Это по-любому. Это легенда в квадрате, брат. Это тут игрок сборной Азербайджана. Тут, брат, знаешь, ты знаешь это? Вот квадрат. Не, подожди, вот это кубическом, да. Брат. Метри, брат. Вообще легенды. Легендарно зашкаливает, понимаешь? Это который легендометр. Он просто взорвался бы, брат, если бы мы смотрели бы это. Все, правильно, чай будешь? Не, брат, чай этот. Не твой напиток, да? Да, не мой напиток. Крепкий его, короче, знаешь? Нет, что пока, я без чая, там уже... Вода, водка, да? Вода, сок, брат. Сотка понял. Пока. Очень сотка. Приятно. Сейчас чуть игра просто. Все, 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 давай, давай, настрой. Своих настрой, брат, молодых, я за вас. Это мне тоже нужен. Ура! Уважаемый, можно на секунду вас? У меня вот такой жесткий вопрос. Вот вы оба, вы, наверное, я же не просто так вас, наверное, позвал. Как думаете? Да, может и просто. Не, ну да, может и просто, да. Вот вы оба претендуете на игрока месяца. Прикинь, это же серьезная заява вообще. Как, вот, я не знаю даже, кого из вас выбрать. Это же я же решаю, да? А ты бы кого выбрал? Я думаю, Хахана, он же порядок. Я знаю, что вот я считаю, что нужно сделать. Вот в этом месяце, вообще в этом году, вообще во всем ЛФУ, за всю историю сделать исключение двоим дать даже. Да, да, можно. Это троим было бы... вообще надо.
Троим кого третий, брат? Богатырев тоже порядок. С вашей командой Богатырев? Он лучший даже. Да? Не, брат, лучший, не лучший, но ты тоже, брат, в порядке. Все так, что двоим. Я пообщаюсь, вот двоим даем лучшую игрока месяца. Все, машина, я говорю. Хе, духом не падайте. Что? То всегда с нами. Интересно, когда же меня выпустят? Подожди, на банке мало людей, всего двое. Может быть, я и выйду. Да, надеюсь. Где же наш тренер? Подожди. Блин, я оделся и размазался. Почему же меня не выпускают? Надо размяться сильнее. Сейчас, подожди. Может, в этой позе меня тренер заметит? Интересно. Вопрос. Подожди, а где тренер? Кстати, а где тренер? Как он меня заметит, если он не видит меня? Где же тренер? Слева тоже. Ну, давай-ка в эту позу встану. А, вот он тренер. Вот же он тренер. Он смотрит на меня. О чем же он думает? Встану-ка я такой позе, чтобы он подумал, что я реально готов. Я реально готов. Блин, что же тренер? Блин, ну как он не видит меня? Я сделал вид, что типа я его не заметил, чтобы он видел, что я реально готов. Все, чтобы тренер понимал, что я переживаю за команду. Блин, что мне делать? Стоять или дальше разминаться? Стоять или дальше разминаться? Что же делать? Надо, что же делать? Блин. Вот я не был к тому, к кому готов, чтобы меня тренер не выпустил. Уф, поправлю-ка себе трусы, чуть не так и ходил, конечно, но... Блин, что делать? Во, разми коленка сейчас, тренер меня точно заметит. Но он меня не замечает, что делать? Что делать? Тренер меня не замечает. Блин, подожди. Прикинь, тренер меня не выпускает, что делать, скажи, да? Я чуть-чуть опоздал, я размялся, что он не выпускает, скажи, да? Поговори, да, мама, пожалуйста, поговори, да. Что за суета? Я на туре, я сюда зря пришел, что ли? Я на туре. С Кизилюрта приехал, я сказал, мама, что меня не выпускает? Мама, у меня нет. Вот, мама просила передать, вот, поговори, послушай, пожалуйста. Все. Подожди, почему он не взял телефон? Мама же просила передать. А, шалеть. Чувствую, я сегодня точно не выйду. Эх. О, ля-ля. Вот что за вот это? Уау. Тут персональный салам мой вот этому уважаемому, многоуважаемому человеку. Немало неуважаемый человек, ну не меньше неуважаемый человек. Вот он, Шамиль. Иган, просто без настроения он счет. Чемпионом мира снять? А ну. Король Санкт-Петербурга. Вот он? Да. Ай! Можно да сюда на кадр чуть? Ага. Кадр можно, да? Барри, гигант! Все. Розыски, да? Вот этот кучерявый гол можно узнать из тысячи голов Махачкалы, Дагестана, России и мира. А? Можно сюда? Я ого! Думал, меня по игре узнаю. Уля! Это кто у нас? Это у нас Гамидик. Он очень стеснительный парень, но ничего. Как ты, Гамид Ахи? Валикум салам, брат. Общее положение, хал, пульс, сердцебиение. Какими судьбами ты здесь вообще? Какими судьбами? Приехал все равно. Все равно? Помочь? Морально или физически? Умереть? Без себя они прошлую игру, честно говоря, проиграли, брат. Сегодня еще выиграем. Все, ну посмотрим. Посмотрим, как твоя роль? Не я, мы команда. Как он заговорил. Машал, сразу видно командный дух. Короче говоря, Гунип тоже с фоном меня обломал. Всем обломали. Настрой у меня тоже упал. Все, я пошел. Потому что, я же говорю, я 3 дня не хавал. У меня уже кишечник... Уже, я не знаю... Матушка позвонила мне, матушка. А не знаешь, что сказал? Асхаб, приходи-ка домой. Я, говорит, плов сделал. Все, вот это, мама, вот ради кого стоит, я не знаю, жить вообще. И мама это все. Они вот гунив, который обламывает с полом.
Плов, что я сказал? Короче, пошел я. ФЛ Турбо, выпуск 4. Ассаламу алейкум.